Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! Поводов для волнения нет. Тревога учебная. Спасатели оценили исправность системы пожаротушения и сигнализации. Для педагогов провели инструктаж. Сотрудникам общеобразовательного учреждения напоминаем о соблюдениях требований пожарной безопасности, о порядке проведения эвакуации людей в случае возникновения пожара, а также о порядке использования первичных средств пожаротушения на объекте защиты. Школа номер 5 проверку прошла. В здании не выявлено ни одного нарушения. Все, кто находился в помещении, организованно покинули его и вышли на улицу. Школа всегда готова по безопасности. Это актуальный вопрос. Мы очень тесно сотрудничаем с представителями МЧС. У нас проходит практически еженедельно тренинги, уроки безопасности. И именно 1 сентября 2022 года первый урок – это урок безопасности для каждого школьника. Во время сентябрьской избирательной кампании в 5-й школе также оборудуют один из 400 избирательных участков. В эти дни здесь будут дежурить сотрудники МЧС. Диана Пахомова при содействии Главного управления МЧС России по Курской области. События дня.